Всем привет, друзья, с вами Джонни, и вот наступил тот момент, когда на канале стукнуло целых 15 тысяч хищников. Хотя постойте. А, пацаны, отмена тогда. Что ж, так уж и быть, по многочисленным просьбам я сливаю эту сборку чуть раньше. Так сложилось, что до зимы осталось буквально полтора месяца, и по логике вещей тогда уже будет поздно сливать эту сборку, поэтому ловите ее прямо сейчас. С вас я лишь попрошу, чтобы вы поставили лайк под этим видео, ну и конечно же оформили подписку, если до сих пор не подписаны. IP лучшего сервера Diamond RP Ruby находится в описании. При регистрации на сервер обязательно указывай мой промокод. Проходи начальный квест, после этого отписывай мне, и я дам тебе реально крутой бонус. Ну все, желаю вам наиприятнейшего просмотра. Как и всегда, начнем, пожалуй, с интерфейса. В общем, вся сборка выполнена в таком фиолетовом стиле. На одну довольно-таки интересную тематику можете прямо сейчас написать в комментариях, кто угадал. Такие элементы худа, а именно фист и знак доллара, делал лично я, то есть это приватка, такого больше вы нигде не найдете. Ну а также уровень розыска у вас отображается в виде сурикенов, делал их тоже лично я. Спускаемся ниже, и здесь нас ждет белая обводка радара, довольно-таки оригинальные иконки домов, которые делал тоже лично я, офигенная фиолетовая карта, которая просто вписывается в эту сборку, тоже была сделана моими руками. За графику в этой сборке отвечает полностью настроенный тайм-цикл, то есть под каждое время уже подобрана своя погода, при которой вы получите наикрасивейшую графику. Сейчас вы увидите, как будет выглядеть сборка при основных значениях времени. И, кстати, изменения времени и погоды осуществляется благодаря Клео скрипту, который уже есть в этой сборке, используя команду setTime и setWeather. Данная сборка собрана на модлоудере. Все основные модификации находятся в папке модлоудер. Сейчас вы видите, где она находится. Благодаря ему вы сможете с легкостью отключать прямо в игре модификации, которые вам просто не нужны. А также при желании закинуть свои модификации, просто кидайте папку с модами в модлоудер. Через модлоудер установлены дороги, довольно-таки приятные, без всяких лагов и так далее. А также есть разница между дорогами, которые находятся, например, в ЛС, и теми, которые находятся в ЛВ. Отдельный разговор будет про растительность. Здесь она выполнена на высшем уровне. В целом сборка рассчитана для слабых ПК, но если у вас будут какие-либо лаги, советую отключить растительность. Делается это прямо в игре. Нажимаем Escape, заходим в настройки, далее в Mod Loader, Mods, и здесь находим растительность. Выбираем ее и в разделе Enable ставим Off. Ну и все, растительность была отключена, ну и по аналогию с растительностью остальные моды отключаются также. В этот раз по поводу звуков и ганпака я не стал особо заморачиваться, ибо каждый из вас благодаря модлоудеру сможет закинуть свои заменки на ганы, а также свои звуки. Лично я играю без звуков, поэтому я их даже не заменял. Ну а что по поводу ганпака, здесь он довольно-таки обычный, ничего такого приватного нету. Могу подметить, что некоторые заменки, а также их иконы, просто выполнены в более хорошем качестве. Ну и само собой я заменил и эффекты, если они вам не понравятся, вы также сможете их отключить. Еще одна довольно-таки приятная модификация – это замена дисков. Но в чем же подвох, вы скажете? Вроде они стандартные, но если сравнить их со старыми, то видно, что они сделаны в более лучшем качестве, но при этом сохраняется тот самый сан-андресовский стиль. Данные заменки ни капли не жрут ваш FPS, они не особо бросаются в глаз, но когда вы обратите на них внимание, точно заметите, что с ними игра выглядит гораздо лучше. Ну а теперь перейдем к скриптам. Первый Клео скрипт — это у нас Input Helper.
но он необычный. Дело в том, что стандартный скрипт не показывает ваш ID. В этом же скрипте, который много кто у меня просил, все это исправлено. Помимо того, что вы видите свой ID, также вы можете посмотреть, какая у вас раскладка, включен ли у вас Caps Lock или NumLock. Следующий по очереди это у нас Cleo Hood Action. Именно этот скрипт большинство ищут, но не могут найти. В общем-то, он показывает количество денег, которое либо убывается, либо прибавляется. То же самое и с ХП. Очень классный скрипт, ибо вы всегда видите, какая сумма вертов вам пришла. Ну и еще некоторые скрипты, которые находятся в этой сборке, это, конечно же, антикрашер. Далее идет Crashes, который фиксит много багов. Здесь нету гэма от падений, так что можете не переживать. Ну и если у вас будет разноцветный экран при входе в игру, то удалите эти два файла. Следующий скрипт Map Zoom Fixer от Dark Pixel. Он фиксит баг, при котором вы не можете на колесико мышки увеличивать или уменьшать карту. Для тех, у кого монитор более 60 Гц, для вас тут есть фикс. У меня у самого монитор 144 Гц, и без этого скрипта вообще невозможно играть. Далее идет один плагин, называется он Searchlights, вы его уже до этого видели, это именно тот самый эффект от фонарного столба, Silent Patch, куда же без него, он тоже фиксит много стандартных багов GTA-шки, ну и Swim FPS Fix, в общем-то он фиксит момент, когда у вас много FPS и вы не можете быстро плавать. В папке SamFunx у нас тоже находится два полезных скрипта, первый это диалог FPS Fix, то есть когда у вас много FPS, и вы, например, нажимаете на диалоговое окно мышкой, и при этом находитесь в зеленой зоне, то у вас персонаж делает удар кулаком. Этот плагин, в общем-то, это все фиксит. Ну и Game Exit Fix, когда вы пропишете /Q, вы мгновенно выйдете из игры. Ну а что по поводу стиллеров, здесь их конечно же нету, я проверял сборку через AWP Game Protect, через антивирусники, в общем-то все чисто. Но если вы боитесь или просто мне не доверяете, можете просто не качать эту сборку. Сама же сборка весит каких-то жалких 840 мегабайт, поэтому даже если у вас фиговый интернет, вы сможете скачать эту сборку. Установка довольно-таки проста, просто перетащите папку из архива в любое вам удобное место, после чего в сам клиенте проводите путь именно до этой папки. Скачать сборку вы сможете по двум ссылкам в описании, а именно с Яндекса и с Гугла. Я не ставлю никакого сет-квеста и так далее, поэтому, друзья, сделайте мне приятно и, пожалуйста, поставьте лайк. Обычно сборки собирают кучу лайков, давайте сделаем так, чтобы эта сборка собрала как минимум 1500 лайков. Если у вас будут какие-либо проблемы со сборкой, пишите мне смело в ВК. На этом, в принципе, все. Данный обзор сборки заканчивается. Не забывайте про лайк, подписку на канал. Желаю вам приятного наслаждения этой сборки. Ну а с вами был Джонни Стар. Всем пока!